це єдине в Україні шоу без сценарію взагалі. Ось ці хлопці просто онлайн придумують жарти, імпровізують на цій сцені. Давайте з ними привітаємося. Рома Міщеряков! Привіт, ребята! Это вам! Валік Міхієнко! Добрий вечір! Костя Трембовецький! І Вова Шумко! Непогана породяна Олександра Педана, скоро ти посивієш, чувак. Друзі, насправді, зараз ви все зрозумієте. Сьогодні в нас просто, знаєте, така сімейна, домашня, класна програма, тому що в нас сьогодні просто уся родина за столом. Юрій Ткач і його дружина Вікторія! Прошу, прошу, треба пацани, давай ще раз. Три, чотири! Оп! Красава! Юр, я... Причому... Це я навчив, вона раніше не вміла. Реально, просто, я ж танцював українські танці 11 років. Юра намагався зробити кабріоль, а Віка, як справжня господиня, зробила голубці. Друзі, і отут в сімейному колі з'явилася кума. Красива, маленька, тендітна Катя Кухар. Насправді вона кума цієї пари. Розпочинаємо імпров лайв-шоу на новому каналі! Юра! Ау. Катя! Ау. Ну, власне, на Катю я тут ставлю більше. Бо в неї, ну, Катя, знаєте, яка вона, в неї розтяжка, вона гнучка, вона може прийняти будь-яку позу. А Юра... А ти можеш все. Ви зараз граєте живий реквізит. Живий реквізит з Валіком і Костю. Виходьте. Ребят. Юра, ти живий реквізит Валіка, йди до нього. Іди ко мені. Іди ко мені, моя Зойка. Так, так, так. Катя, ти живий реквізит Кості. Хлопці розповідатимуть якусь історію, яку я їм вже придумав. А ви будете їм допомагати. Ви будете всіма предметами, місцями навіть живими, якимись істотами, які їм будуть необхідні під час оповідання. Історія така. Ви два рибалки на риболовлі. Все, я все сказав. Син, іди ко мені. Що ти? Я? Рюкзак взял на рыбалку. А ты что, без рюкзака? Я без. Я все в твой сложил. Смотри, сынок. Да, пап. Видишь остров? Видишь остров? Да. Рыбальский. Вау. Да, там водятся лучшие щуки. Ну, а как мы на остров доберемся? Да, в принципе, не, очень далеко, он маленький. А, но он остров? Очень большой. Это... Очень большой, он издалека, этот остров. А там, смотри, посреди острова гора. Лысая гора называется. Сын. Да? Доплыть надо до острова. У как? Меня в рюкзаке, собственно, сам рюкзак — это лодка. Рюкзак-лодка? Да, смотри, надувная. А ну-ка. Хорошо. Давай, спускай на воду. Спускай на воду. Сейчас поплывем. Тихо. Не кидать. Вот я первый раз на рыбалке. Ты что, придурок, об камыши поцарапаешь, вздуешь меня тут. Садись в лодку. Ну, лодка сама решила, что она этой стороной. Я на стул. А у тебя стульчик тут еще есть, гляньте на него. Так как мы доплывем? Не весел. Мотор есть. Мотор! Мотор. Так я еще не включил мотор. Сейчас как-то донесу. Пап, ты донесешь мотор? Это тяжелый. Дизельный. Шестиклапанник. Ой, какой дизельный? На 95-м работает. Какой же? Какой нахрен дизельный?
Так, смотри. Давай, вставляй. Тут есть такая выемка. Для мотора. Четко для мотора. Он четко. Не надо. Четко садится мотор туда. Подключаем мотор в отход. Отключили мотор. Хорошо. Садимся на лодку. Сейчас, подожди, я заведу. Это мотор. Сейчас я заведу. Как оно, как оно заводится? О, хорош, все, поехали. Сына, не так интенсивно. Лодки, смотри, наплевать вообще. Ну, что ты хотел? Это фишман. Это немцы делали. Все, доплыли, доплыли, вот, все. Вот. Лодку можно это. Убирай лодку. Лодку надо сдуть. Где тут клапан? Переверни, переверни с этой стороны. Ага. С этой стороны. Тут два клапана. Если сдувать из двух, получится быстрее. Пап, я еще такое не смотрел. Не на... Сын, это просто лодка. Представь, что это женщина, а не лодка. Сдуй. Нормальный батяня. Так я бы женщину не сдувал, пап. Так, мы про рыбалку забыли, блин. Да, мы доплыли, блин, на этот остров. Вот мы на Лысой горе. Так. У меня, пап, у меня в рюкзаке еще палатка есть, я брал. В рюкзаке лодки? Есть рюкзак-палатка, наверное, я понимаю. Скидки в спортмастере. Она складная, с двух частей. Вторая у меня. Палат. Ну, такая палатка. А, вот так, хорошо. Тут и шашлычок можно пожарить. А тут, пап, одна сторона вообще не защищает ни от чего. А тут... Сына, я тебе так скажу. Я себя тут тоже незащищенно чувствую. Во, все, о. Супер. Так, палатку установили, идем дальше. Главное. Главное правило рыбалки знаешь какое? Не, пап. Мы как киллеры рыб. Мы работаем ночью. Видишь? Луна. Смотри, луна на небе. Полная. Луна на небе, значит, нужно приступать к рыбалке. А я же не разбираюсь в этих блеснах. Чё? Я взял, господи. Я в магазине взял самую красивую. Я не разбираюсь, поэтому взял. Просто посмотри, какая блесна. Ты посмотри. А, сказали, что у нее есть какая-то фишка. А ну? Ну или наврали. Тебе, сынок, тебе втюх или Китай? Смотри, я червячков набрал. Червячок. Смотри, какой червячок. Его можно пополам, и это будет два червячка. По весу, по весу. До этого червячка можно штук на 20 разделить. Ты удочку взял? Да. Давай рыбач, блин. Танго? Втроем? Вау. Опа, закинул. Крючок в воде. Крючок в воде. Вон щука. Смотри, плывет щука. Прям по мелководью. Такая хитрая, хитрая щука. Подергай, она сейчас обратит внимание. Молодец. Щука голодная, сейчас щука как укусит за крючок. Посмотри. Да как же так, кто ловит за шею? За щеку надо брать. Этого шанс. Ця щука могла би з'їсти всю вудку. І не помітити. Віка. Давай так, відверто. Ну, Юра ж не встигає з дітками посидіти. Багато роботи. Казки ти розповідаєш чи він? Я. Он другие сказки рассказывает. Я скоро буду дома, вот эти, да? Давай придумаем казку хлопцам, які зараз нам її будуть розповідати кожен в різному жанрі. Ау. Єп. Давай, казку якусь.
Смотри, их четверо, но есть крутая сказка «Семеро козлят». Прикольна казка, окей. Хлопці, кожен з вас розповідає казку в своєму жанрі. Костя, ти говориш в стилі спортивного коментатора. Вова, ти сексі. Спасибо, а жанр який? Еротика. Рома, екшен. Валік, мелодрама. Чому я? Ради родини, синок. Рома, ти розпочинаєш. Рома? Я нагадую, що в будь-який момент ти просто називаєш ім'я будь-кого з наших імпровізаторів, і жанр змінюється. Давай. Okay. Розпочинає Рома. Семеро козлят на новому каналі. Такого ви ще не бачили. Секретна база. Котлята строїться! Генерал Коза на месте! Номер три, шаг вперед! Вова! Можешь сильнее? Мне очень нравится. И возьми что-то в руку пожестче, сказала молодая козочка. Костик! А со счетом 7-0 закончились недавно роды козы. И сейчас мы видим, как команда, практически полная заявка, еще 4, и можно играть в футбол. Валик. Ну не до футбола. Когда у тебя 7 детей... Вова. И тебе скучно? Позвони. Ромчик. Позвони генералу. Да, генерал. Они готовы. Они будут держать базу. Я иду пастись на полянку. Костик. А на футбольную поляну я иду. Мало кто знает, что коза, она еще легионер футбольного клуба ПСЖ. Коза, как обычно, отправилась на футбольный матч. Валик. Да что нам до футбольного матча? Мать ушла. Отца даже никто и не знал. Нас 7, братья, сестры. Нам нечего кушать. Мы ждем... Мы мечтаем услышать голос матери. Ромчик. Каждый боец хочет еще раз услышать голос матери. Мы выживем, мать вашу! Я на поляне. Все чисто. Вова. О! Она пошла работать на поляну. Весь лес знал эту козу. Кому только она не ставила рога. Валик. Ну а что еще делать, когда нечем кормить семью? На что только не готова мать ради своих чад. Даже на... Костик. А на то, чтобы за 70 миллионов перейти в стан злейшего врага. Это немножечко вам статистики, информация. Сейчас мы видим, как, обходя одно дерево за другим, к дому подходит волк. А и вот он использует неспортивное поведение. Вовчик. Ау. Ау. Вы узнаете мой голос? А так? Валик. А так холодно, потому что зима. Ни одежды, ничего, просто какой-то постоянно кричащий в окно мужик. Кость.
Дети, как мы видим, дети узнали, что это не голос их матери, потому что, как говорит старая спортивная поговорка, дома и стены помогают. Мы видим, что волк избирает другую тактику и уходит на свою половину поля. Что же там будет? Валик. А что будет? Тлен, слезы, печаль. Мать уехала на заработки, дети ждали, но этот серый подлец решил прикинуться их матерью. Ромчик. Включайте наркоз, будем менять голос. Я старый немецкий доктор, я и не такое воротил. Все готово. Он теперь женщина. Твоя задача проникнуть, моя задача. Всю жизнь моя задача – это проникновение. Рома. Сэр, разрешите штурмовать дверь. Тепловизор показывает внутри 7 объектов. Сэр. Костик. Что мы видим? Волк врывается в штрафную, козлят. И это одно удаление за другим. Удаляют одного козленка, второго, третьего, четвертого, пятого козленка удаляют. Что происходит? Рома, спасай. Мама коза, выйди на связь. Господи, если эту запись кто-то слышит, я остался один. Я ранен! Валик! Я ранен в сердце. Слезы текут по моей душе. Пришел работник соцслужбы и забрал моих братьев и сестер. Видите ли, мать не может покидать детей даже для того, чтобы заработать на кроху хлеба. Их просто забрали в приют. Остался я один. Мама! Мама! Вова! Большая мама называли ее. Мама, мама, потому что она выглядела как две мамы. Молоко стекало по ее. Костик. Мы видим, что мама пошла в атаку на волка, но мы пока не совсем понимаем. У нас у Бровки есть корреспондент Кирилл Круторогов, который возьмет у нее интервью. Что вы хотите этим добиться? У меня есть тактика, я ее придерживаюсь. Валик! Это тактика не расплакаться на глазах у чужих. Если я придерживаюсь этой тактики, то мир и не узнает, как плачет та, которая идет по жизни, смеясь. Вовчик! Мама! Мама! Давай зажжем свечи. Включим шум леса. И будем прыгать друг на друга. Ромчик. Буду так сидеть. Я здесь, я за горой. Вижу женщину, она прыгает через костер. Не понимаю, мне стрелять? Нет, жди. Так, вижу оборотня. Мать твою, что здесь происходит? Костик. А мы возвращаемся на ежегодные языческие игры в честь бога Перуна. И сегодня у нас финал по прыжкам через костер. Встречаются спортсмен Козлова и спортсмен Волков. Давайте проследим. Козлова делает свой фирменный прыжок, тройное сальто имени Мурахаева. Валик. И этого все равно недостаточно. Чтобы тебя признал мир, когда ты женщина. И когда этот наглый мужчина упал в костер, коза поняла, что не этого она добивалась. Она не хотела, чтобы кто-то страдал.
Она просто хотела. Вова. Наслаждение. Ром. Выводите гражданских! Все на выход! Операция успешна! Го-го! И на цей оптимистичній ноті ми завершимо цю продажу! Власне, все склалося, як клалося. У нас дві романтичних пари. Ми з тобою, але ми не беремо участь в цій імпровізації, а от каченята беруть. Хлопці послухають вашу історію кохання і намагатимуться її розповісти повністю, глобально. І якщо вони будуть помилятися, то ви будете бити їх струмом. Зрозуміло? Але спочатку розказуйте вашу історію. Ну, по-перше, вона состоїть із трьох частин. Ми просто так три рази з Вікою бачилися до того моменту, коли... За всю життя. Не плач, Віка. Перший раз це було на дні народження тата, йому було 50 років, і мама попросила у своїй колеги, вона хореограф, і попросила своїй колеги, у якої бальний колектив був, найшикарнішу пару, щоб вона виступила у батька на дні народження. Ми прилетіли з гастролі, і мама сказала, я все організувала, буде пара, яка буде танцювати, ти буде вести, а ми будемо їсти і пити. І вона каже, іди там в гримерці сидить дівчинка з мальчиком, познайомся, спитає, що там вони танцюють і коли їх треба випускати. Вести він повинен був це все. Да. Я то все вів, і я прийшов, відкрив отак от. І дивлюся, сидить білокура дівчинка, якийсь пацан. Білокура дівчинка. Після того, ну вона виступила. Все нормально було. Після того мама мені каже, Юра, подивися, будь ласка, на дівчинку, хорошу дівчинку. Я говорю, мама, ти з ума сошла, мене посадять, 14 років дитині. На що ти мені таке? Ну я на будущее. І от вона як... У нас різниця 8 років. Да, мені 37, Віки не важно. Другий етап – це через 5 років рівно. Мама каже... Їй 19. У мене в колективі день народження колективу 35 років, давай ти як ведучий зроби красоту. І я ж, собственно говоря, прийшов, щоб вести цей день народження цього колективу. За день прийшов, взяв сценарій і мені кажуть, посиди на першому ряді. Зараз ми фінал прогонимо. І вони гонять фінал, куди дуже багато діточок вибігають, ці діла. І разом з діточками вибігають такі чорні чоловічки з різними фонариками, видають по залу такі світящіся штучки. Такий некий перформанс. Ну це було скільки, 10 років назад це був перформанс. Світодіодне шоу. Да, світодіодне шоу. Пройшов цей перформанс, і я дивлюся, що спускається Віка з цими світящимися штуками. Вона їх позбирала. І вона спускається, а просто тупо поставила. І сіла рядом отак от. От ми зараз сидимо, між нами є місце, щоб удобно було двігатися, так? Ряд пустий. Віка сіла отак от, рядом зі мною отак от. Отак три місця, отак 45. Після того був ще один момент, коли ти стоїш за кулісами отак от. А отут от таке, знаєте, дзеркало. Віка дивиться отак от на мене. Я розумію, що хтось дивиться, я отак роблю шмих в дзеркало. Запам'ятайте, в нього є фірмовий погляд Юри Ткача. Це сексуальний. О, блін. Давай третю історію. І третій етап, коли десь через тиждень вона мені написала, я, відповідно, почав діалог. І я їй що зробив, пацани? Я її запросив, звісно ж, то був травень, якесь свято, там я не пам'ятаю вже яке. Я запросив її на що? На турбазу, ребята. А ти вмієш удивити? Ми були знайомі всього 5 років і 1 місяць, тому ми спали на різних кроватях, але там поцілувалися перший раз. Але саме головне я хочу сказати, що в кожному цьому етапі була одна дівчинка, вона зараз наша кума. Ми її називаємо дуже любя, це Саха. Це подруга Віки, яка постійно матір'ю була з нами, яка... Ми ходили в кіно, вона була з нами, ми лежали на різних кроватях, вона лежала між нами на пледі. Ми кудись ходили, вони ходили з нами, дивилися, щоб Віки все було хорошо. Все. Все. Так, все. Друзі, в ролі Ткача Вова.
Отже, якщо Вова, тобто ткач, робить щось не так, ти його, Юра, п'єш струмом. Добре. Валік, ти Віка. Валік, знаєш, все було гораздо жорстче з моєї сторони. Да? Хорошо, будь жорстко. Я не велась на нього так. І я так розумію, там був як мінімум ще один персонаж, який з'являвся то між вами, то поза вами. Це Рома. Історія кохання сім'ї Ткач. Дивіться. Где же мой ткачонок? Где мой родной? Сынок, иди сюда. Шо, мам? У меня день рождения скоро. Не, не в тебе, в папы. А! В тебе! Я перепутав, мама. А! А! Хто в кого? Мені пофіг в кого лезти, мам. У папи. У папи. Папа, я ж говорю, у папи. А що, у мене не буде, или що? Давай поговоримо про папин. У папы день рождения. Ну, нюхай, это у папы, я что, дурачок, помню. Ты знаешь, что с денежкой у нас пока не очень. Мам, ты что, у меня... Денег навалом, мы тебе заплатим. Проведешь? Мам, конечно, я проведу. Только... мам! А у меня денег что, нема, чи что? Проведешь бесплатно? Да. Мама, чуть-чуть, 50 гривен дай. Да, господи, брошу тебе на карту. Господи, такая шевелюра у тебя. Да. Сохрани ее. Нет! Выбачь, мам. Все, сынок. Сиханул. Я вещи собрала на гастроли. Все, я поехал. 50 гривен на карту не забудь. Мы в гримерке. Вау, ты меня так заводишь. Да, чучера вообще. Отойди от меня, мы с тобой только на сцене рядом. Мне нравятся другие. Мне нравится, чтобы один глаз был больше второго. Ток-ток-ток. Ты мне нравишься. Кстати, Викуся. Кстати. Для начала. Юра. Юрий Константинович. Кстати, у Константина, то бишь моего отца, сегодня юбилей, если ты помнишь, танцовщица. Вышла. Пошли, идите танцевать. Вас уже все заждались. Идем, с удовольствием. Прошло 5 лет. Светодиодные шарики? Это что за ноу-хау? Юрочка, Юрочка, алло. Юрочка, это мама твоя. А, мама, так, мама. Ты готов к 35-летию юбилея коллектива? Я специально позвала ту девку, она уже совершеннолетняя. Мужчин. Да. Не ходите, пожалуйста, присядьте так, чтобы справа было 3 места, слева 45. Вообще на 3 места, правильно. Так, пойду посмотрю. Так я ходи, я буду сидеть весь концерт. Добрый вечер, Саха. Меня зовут Саха. Я всегда рядом. Я как Сири. Чем могу помочь? Я Саха. Саха! Да. Саха, 2 билета на турбазу. Достань. Обрабатываю. Куплено. Вы такой смешной, Юрчик. Бэ!
Мне так с вами нравится. Не нажимайте. Вика. Саха, веди, иди. У Сахи задание, быть всегда рядом, общайтесь. А что ты говорил по поводу турбазы? Так я ж пытаюсь восьмой раз сказать. Объясни, пожалуйста. Поехали на турбазу. Возьми Саху с собой. Так, я без тебя никуда. Как называется? Турбаза она. Приют Орленка. Восходящее солнце. Пионеры ко мне. Найдешь, короче, меня. Ну де вона? Ну йо-йо. Так, наберу її, напевно, щоб вона пропала. Тринька! Алло. Алло, Віка, ну ти де? Ну? Да, а я зараз возле першого домика. А я возле сосни. Щас, першу частину не поняла, но дальше було грубо. Я не тобі, я про дерево. Связь плохая, Юрчик. Я біля сосни, сосни! Что говорит? Едем домой, в Днепр. О! Шо ж... Вика. Юра. Ну, здрасте. Добрый вечер. Я извиняюсь, по правилам общения я здесь. Пошли в домик. Что значит домик? В домище? На улице гарна погода. Май месяц. Май месяц, я май. Вика. Квиточка. Ненавижу квиты. Юра, ну давай уже. Юра, отстань! Юра, отстань! Саша! Пошла нахрен! Пошла нахрен, Саха! Саха! Задолбала! Иди втупись, я тебе... Это он так шутит, Саха. Саха! Втомилась, Саха! Саха втомилась! Ты переживай, Саха втомилась! Хай поспить, сутки не спала, каже мені, є снотворне? Я говорю, є. Юр, я вже чого-то така уставша. Може, ляжемо, полежемо, якщо ти втомилась. О, Юрка, тут кроваті роздвинуті. Саха! А як мене зовут? Саха, бач, дві кроваті роздвинуті. Як говориться... Юра, що ти зробив? Та хай лежить між нами. Ну не виженем же її. Хоча якого хрена? Я лягу на цій кроваті справді. Я не буду лежати, я сплю стоя. Я кальянчик забив, братан. По-братски, я с собой кальянчик привезла, сейчас подудим хорошенько. Я очень люблю кальян. Вика, что с тобой? Ты сама с собой 30 минут говоришь уже. Ты... Хорошо, что Саха отдыхает. Юрочка. Тает! Ползается, Рэмбо, ползается. Саха! Отпустите меня! Короче, Вика! Ой, что? Я не ожидаю вообще, что сейчас будет. Давай! Да знаю я, что будет! Да! Стоп! Саха, вставай! Зупиняйся! Боже, Виля! Спасибо большое! Друзі! Віка, спеціально для тебе ток-шоу, в якому будуть брати участь твій чоловік і твоя кума. Єдина умова. Так. Наші всі імпровізатори, і Катя, і Юра, будуть говорити словами лише на одну літеру, які ти їм зараз
Видаш. Ага. Давай. Юрій, літера? К. Окей, літера К. Так. Каті літера тоді? Хай буде П. П. Катя, тобі П. Кості. А. М. Валік. Р. Р. І Вова. С. С. Супер. Тепер, Юра, скажи будь-який прикметник. Будь-який. Прикметник коза. Коза? Катя, від тебе слово. Сочна. Сочна коза. Саме так називається наше ток-шоу. Яке веде Роман Мещеряков. Починаємо. В эфире «Сочная коза». У нас, как всегда, сочные вопросы, сочные конфликты. Поаплодируйте друг другу, мы начинаем. Здравствуйте, как вас зовут? Костя. Костя. Константин и, прекрасная дама, кто вы? Не царапайте паркет нам и ответьте, как вас зовут? Параска. Параска. Константин, где работаете? Клаустрофобом. Клаустрофобом. Вы боитесь замкнутых помещений, да? Ну, а профессия какая у вас? Где профессия, которую избегают клаустрофобы? Какая? Когда конченые. Конченые, да? КБ. Мне очень, да, знакома эта ситуация. КБ. Господи, я думал, с Параской будет тяжело. Ну-ну, давай, Костя. Как бы, когда, ну, когда... Кость. Кость, да, кость. Кость в горле. Не можете кость. Говорить, не можете говорить. Как? А может быть, и не нужно будет, как? Кость. Когда-то, Ты говорил уже. Параска, Параска, чисто, чисто так, знаете, попробовать. Ну, а вдруг Параска попрет? Кем работаете, Параска? Педантично... Папарацци. Я знаю, что вы принесли нам фотографию, да? Могли бы дать посмотреть? Ее? Да, посмотреть, да. Можно, пожалуйста? Я посмотрю. Посмотрю. Я объясню. Я взял ее заранее и вот сейчас отдал. Параска, кто на ней? На фотографии. Кого вам удалось зафиксировать? Пойдем поразмыслим. Давай не будем никуда уходить. Я боюсь оставлять Константина одного. Параска, вы сфотографировали двух очень известных людей. Не будем их называть, имен вслух. Я знаю, что вам за эту фотографию предлагали очень... Полтора... Куска. Что? Когда? Куска. Где? Да? Класс. Ай, Кость. Такое, такое ощущение, что с вами в поезде едем, так расслабленно. Кембридж. Параска, вам предлагали крупную сумму, а... Клаустрофобы. Клаустрофобы. Пионеры. Пионеры. Еще никогда сочное Казань было такое остросюжетное. Сейчас зайдет наш первый гость и внесет в эту историю... Да если он просто войдет, это будет вау. Давайте встретим его аплодисментами. Здравствуйте. Здравствуйте. Си-си. 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 Селеба. Селеба, ага. Расскажите подробнее об этой фотографии. Сижу. Так. Сок сосу. Ага. Снимают, снимают. С кем вы были? С сестрой. С сестрой? С сестрой, сестричкой. Так, если вы Сиси, а она? Соса. Ага. Сиси и Соса, две известные селебы. Чем вы занимаетесь? Снимаемся сериалы. Ага. Сериалы. Как называется сериал, в котором вы последний раз снялись? Я знаю, он просто на Netflix его запустили сейчас. Все пересматривают. «Северный Сайгон». Кто с вами снимается еще? Есть ли известные люди еще? Само собой. Кто? Сталлоне. О, хорошо. Кого он там играет?
себя. Сигаретка. Сигаретка. У вас есть? У вас есть что-то? Кэмэл. Кэмэл, ага, спасибо большое. Впервые Константин пригодился. Свои сирники. Ага, пожалуйста. У нас можно курить. Thank you. Скатилась судьба. Слили, скатилась судьба. Сиси, чем вы теперь занимаетесь? Вас уволили, слили. Сантехникой. Ага. Слезы, слезы. А сестра кем работает? Соса. Соса служит санитаркой. Две судьбы сломанные, но папарацци, конечно же, рады. Рады. В какой газете, кстати, обнародовали снимок? Как называется? Комсомолец. Комсомолец? Скажите, Параска, вот этот вот популярный глянцевый украинский журнал, как он называется? На обложку еще Соса и Сиси поместили. Просто прелесть. Просто прелесть. Следите. Thank you. О, спасибо. Надо вот языка. С ума сошла. Ну что ж, уже фотографии на всех обложках «Поломана жизнь» двух сестер. И кто поможет разобраться в этой ситуации? Может быть, следующий гость. Пожалуйста. Роднулька. Сестра. Родственница роднульки. Сестричка. Саша, не могу не отметить вашу прикольную прическу. Равлик. Сестры, я знаю, что вы помимо съемок, вы еще работали в топ-моделью, да? Разумеется. Могли бы, пожалуйста, что-нибудь показать? Сестричка. Сестричка, сними, сними, сними. Ритузы? Сюрприз. Ну, мы позаботились о том, чтобы вас вернуть в шоу-бизнес. Итак, есть человек, который всегда приходит на помощь сочной козе. Really? Да. Пожалуйста, встретим аплодисментами нашего финального гостя. Алоха. Вы кто? Антонио Андраде. Сестры нет у вас, не? Автор автобиографии актрисы. Ага. Перформанс. Артхаусная активность. Кичится. Угу. Анализировал. Извините, проснулся, да. Да. И что? Активный абьюзинг. Красиво. Сейчас одна сестра подздувает. Си-си, Саса. Автор, идите сюда. Садитесь. И прямо сейчас, в прямом эфире, мы будем писать новую историю сестер. Пишите. Сумасшедший. Все вместе. Без Кости, конечно же. Да. Румынский. Узнали. Итак, автор, пожалуйста, пишите, что ждет. Казахский. Остановись! Да, пожалуйста. Что ждет сестер? Соса соберет. Есть? Пожалуйста, можете вслух комментировать, что вы пишете? Авангардизм. Актриса. Так. Активно. Отрицает... А вы грамотный автор или нет? Опечатка. Автор, встаньте, пожалуйста. Вы не на тот диван сели. Вот сюда, Константин. Костя. Сестры, я вас забираю. Сестры, я вас забираю. Спасибо. Что хотите? Рожу ребенка. А ты? Будем втроем жить? Сплету свитер. Спасибо большое. Я хочу закончить эту вакханалию, хоча вона мені подобається. Друзі!
шоу автор намалював точний портрет Вови Шумко. Це і є «Імпров Лайв Шоу» на новому каналі. Ніхто не знає, що буде далі. Побачимося!